Храм в Дамбуле – самый древний на Шри-Ланке. Пещеры, расположенные на высоте 160 метров, служили буддийским монахам скромным, но вполне надежным убежищем. Но однажды на их головы свалился нежданный гость – свергнутый король Валагамба. Много хлопот доставил он монахам. Зато через 14 лет он вернул себе трон и превратил скромный монастырь в грандиозный храм. Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Было это в первом веке до новой эры. И с тех пор каждый король Шри-Ланки что-то пристраивал и переделывал. В храме 5 полутемных пещер, в которых плотными рядами выстроились Будды. И несмотря на людскую толчею и шум, ощущается какая-то позитивная энергия. Будда, так расскажи нам, что же такое счастье? Счастье – это просто состояние вашего ума. Счастье не становится меньше, когда им делишься. Нет счастья, равного спокойствию. Все вы идете к истине разными путями, а я стою на перекрестке и ожидаю вас. Поворачиваем на юг, в сторону Канди. Вдоль дороги бесконечные лотки с пряностями. В саду специй тесно и душно. Урок ботаники местные светила подменяет примитивными рекламными трюками. Сорок волшебных средств вылечат вас от всех болезней, и будет вам счастье. Уважаемый доктор, слушай сюда. Мы возьмем только то, что я проверила на себе и на своих близких. И тут мы дружно достали кошельки. Мы проезжаем городок Матали. Видим грандиозный индуистский храм. Значит, здесь живут тамилы. А вот и мечеть. Значит, есть тут и ланкийские мавры. И христиане, потомки португальцев, тоже в этом городе живут. Пестровато. И бросилось в глаза, что в Матали зонтиков больше, чем улыбок. Древняя столица королевства Канди. Сказочное озеро в центре города вырыл последний король Шри-Ланки в 1807 году. На этом островке он устроил гарем, но недолго музыка играла.
через 8 лет англичане захватили неприступные Канди и начали наводить здесь свои порядки. Рядом с королевским дворцом находится храм Зуба Будды. Здесь, за 7 замками, хранится главная реликвия ланкийского буддизма. Сингалы верят, что священный зуб поможет им найти счастье. И каждый день приносят сюда горы цветов, подарков и угощений. Ходят слухи, что размером зуб никак не меньше спичечного коробка. Поди проверь. Видели его только королева Елизавета и Валентина Терешкова. Королевство Канди дольше всех сопротивлялось натиску иноземцев и лучше других сохранило народные традиции. Местные артисты очень старались, однако китайские туристы покинули концерт на 7-й минуте. У них в стране уровень таких шоу на порядок круче. Потрясающий закат. Но гигантские летучие лисицы превращают всю эту романтику в фильм ужасов Хичкока. Если вы видите башню с часами, значит, здесь побывали англичане. И над всем этим парит просветленный.